мои дорогие, еще будет одно видео, которое я сниму сегодня, пока у меня есть время. Дело в том, что мне наконец-то пришла посылка из Израиля от компании Holy Land, вот, которую я очень ждала. Сейчас я вам покажу, что я заказала. Заказала я 4 продукта вот таких. Сейчас поподробнее о каждом расскажу. И мне дали еще большое количество пробников. Вот, но я думаю, что нет смысла говорить о пробниках. Когда попробую, я расскажу. Что я заказала первым делом? Первым делом, конечно же, это вот такой крем-пилинг Lactalan. Это второй тюбик. Прекрасная вещь. Уже много раз говорила. Пою ему дифирамбы. Очень мне нравится. И дальше буду покупать его. Наверное, сильно долго на нем останавливаться не буду, но тем не менее скажу, что он подходит для всех типов кожи. Он имеет такой натуральный состав, молочный, DC-сыворотка и различные молочные ферменты. Классно пахнет, классно действует на кожу, очищает ее и одновременно увлажняет. То есть это и пилинг, и маска два в одном. То есть если у вас шелушится кожа, вы используете Lactalan. Он одновременно и вот эти роговевшие клеточки убирает и снимает вот это шелушение, и кожа становится как у младенца. То есть очень он мне нравится. Если какие-то проблемы, я сразу обращаюсь к Lactalan. Но единственное, конечно, если у вас какие-то гнойные высыпания на лице, такие ранки явные, открытые, то, конечно же, его не стоит применять, потому что рискуете разнести инфекцию по всему лицу. Вот. Классная вещь. Опять же, я взяла ее в объеме 70 мл, потому что побоялась, что 250 мне может просто прокиснуть. Вот, хватает ее надолго. Очень экономичная эта масочка. Я не знаю, как ее по-другому назвать. Маска, потому что, наверное, крем-маска, крем-пилинг, потому что то, что делает она с кожей, просто чудеса творит. На самом деле. Поскольку я люблю Lactalan, я еще решила в этот раз заказать себе вот такую вот маску, крем-маска Lactalan для сухой кожи. Здесь в объеме 250 мл. Значит, снабжена она защитной пленкой. Я, конечно, уже воспользовалась. Думала, что будет пахнуть точно так же йогуртом. Нет, на самом деле она пахнет, знаете, как будто вы намазываете на лицо сыр маскарпоне, либо вот такой, знаете, как сливочный крем-сыр. Вот, практически не имеет запаха, но такой легкий сливочный какой-то есть. Консистенция тоже точно такая же, как у крем-сыра. То есть он такой жирненький, но в то же время очень приятный, как будто вы мажете кожу лица жирными сливками. И такое ощущение, что кожа после него бархатная. Мне очень понравилось, я даже рискнула использовать под глаза. Не знаю, в инструкции не прочитала, здесь вообще все на иврите написано, то есть ни слова по-русски. Вот, можете обратить внимание, нигде ни слова по-русски. Я так думаю, что ничего страшного будет, если я его нанесу под глаза, потому что текстура прям тающая, такая сливочная, именно призвана питать сухую, нежную, чувствительную кожу. То есть идеальная вещь. Замечательно, мне очень понравилось. Два раза я пользовалась, и после двух раз я осталась довольна. Если маска, которой я сейчас пользуюсь от Glareon, она такая, имеет текстуру крем-геля, и она просто так вот успокаивает, легкое чувство такой прохлады, то есть вот все очень приятно, то вот эта маска тоже очень замечательная, и она наполняет, питает как бы кожу, не просто дает ей глоток влаги, а именно еще и питает кожу, помимо того, что она ее увлажняет, как-то вот. Тоже очень приятные ощущения остались после вот этой маски. Абсолютно не жалею, что ее купила. Следующий продукт, который, значит, два продукта вот такие из одной серии, называется BioRepair, то есть восстанавливающая серия, которая подходит для стареющей, увядающей, пересушенной кожи, раздраженной, то есть вот любой выбираете для чувствительной. То есть это такая серия, которая восстанавливает все. Хотела изначально купить тоник, но его не оказалось в наличии, поскольку я уже деньги туда перечислила, но пришлось мне купить очередную умывалку. Вот такой вот очищающая эмульсия. Пользовалась я несколько раз, сейчас покажу, она с дозатором. Вот такой консистенции, консистенция какого-то тоже крем-геля. Приятно пахнет,
как умывалка, так и этот крем-гель. Чуть попозже про него. Очень нежная, вот именно такая она эмульсия. Она даже, я бы сказала, что она не кремовая, а именно гелевая, но имеет вот такой выраженный белый цвет. Очень приятная на лице, очень нежная, ее вообще не чувствуешь, но я думала, что от нее толку никакого не будет. Но действительно она хорошо снимает макияж и оставляет на коже ощущение чистоты. Такое ощущение, что вымыли кожу, ну не до скрипа, до скрипа здесь не получится, потому что даже сложно такой вот консистенции вымыть кожу до скрипа. Но ощущение чистоты и свежести на коже присутствует. И после, когда я пользуюсь тоником или лосьоном, протираю кожу, то она абсолютно чистая. Но тем не менее, я сейчас использую до умывания еще мицеллярную водичку для снятия косметики тональника, то есть чтобы не напрягать свою умывалку. Вот, но вещь хорошая, действительно. Знаете, после умывания у меня обычно, когда я тоником протираюсь, если есть какие-то пятна от прыщиков или что-то, они вначале розовеют, то есть становятся ярче. Вот, но после того, как я все это тоником протру, они блекнут. То есть вот это средство у меня не вызывает покраснения этих пятнышек. То есть я даже не замечаю, что они у меня есть. Вот они у меня слегка такие розоватые, если и есть, то эта умывалка не вызывает, не раздражает кожу, скажем так, что они вначале краснеют, потом блекнут. То есть очень мне понравилось, действительно очень нежная и подойдет для самой чувствительной, самой раздраженной кожи. И купила я восстанавливающий гель, вот такой же, серия BioRepair. Видите, да, налеплена на ней такая бирочка, что без парабенов. Вот такой вот легкий, прозрачный, голубой гель. Баночку я еще пока не открывала, она с защитной пленкой. Почему? Могу объяснить. Мне дали 3 вот таких пробника этого геля. Я начала с них. Могу просто даже показать вам визуально. Это гель, вот такой голубой цвет у него. Прозрачный, кристально чистый, как слеза. Очень приятный, имеет нежный запах, точно такой же, как у умывалки. Быстро впитывается в кожу. Дарит коже влагу. Все какие-то, если есть покраснения, он их снимает просто-напросто. Именно эта линия, она и рассчитана на то, чтобы ухаживать, восстанавливать вашу кожу после пилингов, после каких-то чисток. То есть все шрамчики, все рубцы, все какие-то на коже травмы, какие-то есть, ну, как сказать, болячки там или что-то, рубцы, незаживающие ранки. Вот этот крем заживляет, гель именно заживляет. Вот. Ну и сейчас такой вот период, я использую вот эти 3 пробника, вот у меня уже последний заканчивается, в качестве ночного ухода под крем, чтобы кожу, немножечко раздраженную мою сейчас, привести в порядок. Очень он мне понравился. В отличие, конечно, от кремов, которые у меня были, с комплексом альфа-бета-ретинол, это просто небо и земля. Тот крем был очень плотный и такую пленочку оставлял на лице. Вот этот гель, он впитывается моментально, и ощущение свежести на коже и увлажненности он оставляет. То есть мне очень он понравился. Вот, и теперь буду пользоваться полноразмерной версией. Это теперь, знаете, вот как глоток кислорода для моей кожи. Такой вот BioRepair. Все покупки я совершала на том же сайте Holyland Online. Делала еще в марте, как раз там действовала 5% скидка, о которой я вам говорила, о которой писала, плюс еще 5% скидка за объем, то есть мне получился заказ с 10% скидкой. В принципе, мне было жалко не воспользоваться этим, тем более у меня закончился мой любимый лактолон, и все равно я хотела его купить. Вот, и поэтому вот такие вот 4 средства у меня появились. Еще меня часто спрашивают, надежный ли этот сайт, с которого я заказываю. В принципе, вот уже 2 заказа я получила. Со сроком годности все нормально. Когда открываю, здесь все защитные
пленочки, все это на месте, консистенция меня устраивает. Вот. И самое главное, конечно, это срок. Все хорошо. То есть, если какие-то бывают проблемы, что там срок годности, может быть, подходит к концу, они об этом сообщают. То есть, проблем с тем, что вы наткнетесь на какой-то просроченный продукт или что-то там будет не так, а вскрытый, то этого нет. И с доставкой у них все четко. Единственное, что предоплата, обязательно по предоплате. Я оплачиваю Яндекс деньгами. Вот, еще у них сейчас принимается оплата через PayPal. Вот, и сразу же они присылают письмо, что когда отправят посылку, присылают трек-код этой посылки, вы можете ее отслеживать, когда она придет к вам на почту. Вот, у меня в этот раз посылка шла где-то 2,5 недели. Всем спасибо за внимание, за просмотр данного видео. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!